Строительство нового корпуса поликлиники номер 1 Одинцовской областной больницы на улице Маршала Бирюзова близится к завершению. Вот объект в эксплуатацию запланирован на август. В здании завершены общестроительные работы. Ведется пусконаладка инженерных сетей и систем, а также оснащение объекта мебелью и медицинским оборудованием. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов уточнил, что общая площадь нового корпуса составляет более 7300 квадратных метров.